Ну, раз, два. Фу. И сейчас мы узнаем, кто же у нас занял 5-е место. Пятое место у нас получает такой вот набор наклеек Black Bunny. Они вырезаются, приклеиваются куда угодно. То есть всех будет радовать себя. Третье место у нас получает Сергей Назаров. Сергей, это было что-то грандиозное, сверхгигантское. Все оценили твой размер. Нам очень понравилось. Мои наклеечки, жду тебя здесь, в галерее на нулевом этаже. Приходи, они твои. Идем дальше. Сейчас мы узнаем, что же получает и кто получает четвертое место. А в четвертом месте мы получаем один из скетчбуков Black Bunny, Marvel DC, то есть по твоему выбору. То есть в чем прикол? Эти скетчбуки, у них обложка не впитывает воду и приятная на ощупь. Делаю из прорезиненной итальянской бумаги. И внутри дизайнерская бумага. То есть самое лучшее для тебя. И у нас четвертое место получает Стас Колесников. Поздравляю тебя, ты красавчик. Очень подошел душевно, то есть еще душевные качества. Для меня это всегда очень важно. Просто не все думают о них. Многие думают о силе, о мощи. Но ты смотришь намного глубже, чем остальные. Спасибо тебе за это, и за это ты занимаешь четвертое заслуженное место. Идем дальше. Ну и, наконец-то, третье место для меня. На первое, конечно. Очень понравилось прям этот маленький сценарий для, может быть, фильма или сериала. И третье место у нас получит такой вот календарь Marvel или DC, моего производства Black Bunny. То есть в нем такие кайфовые месяца. Супер. Вот это все разные будут внутри. Фу. И его получает же, так, барабанный дробь, Ангелина Анисторенко. Надеюсь, я правильно называю все фамилии, если что, простите. Мне очень понравилось, безумно понравилось твое, как ты написала, все. Можно сказать, концепцию, типа. Да, твоя концепция мне очень понравилась. То есть именно вот таких я хочу видеть героев. Я всегда говорю своим друзьям, своим пионерам в лагере, когда я ездил раньше, что ты можешь все, ты есть герой. Каждый по-своему уникален. И не надо забывать об этом. Так что ты все правильно думаешь и делаешь, наверное, так же. Так что твой подарок ждет тебя в галерее на нулевом этаже. Black Bunny любит вас. Угу. Все, всем пока, заходите к нам в гости. Будем всем рады. Привет, меня зовут Ксюша, я хранитель магазина «Хочу» в Краснодар. Хочу поздравить Богдана с тем, что он занял первое место в конкурсе. Ей! Он крутой, и мы хотим подарить ему карту на 1000 рублей, карту нашего магазина. Вот она, клевая. И ждем его здесь, у нас. Приходи, Богдан.